Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас небольшое, но надеюсь, кому-нибудь интересное да полезное видео. В общем, это развлекательный контент, я бы так сказал. Короче, купил я себе вот такой блок питания. Сейчас я расскажу, что он из себя представляет, в чем его особенность, где купил, за сколько купил и вообще сразу скажу, я не знаю, живой он или нет. Сейчас в прямом эфире будем, собственно, проверять, живой он или нет и думать вообще, что с ним делать. Короче, есть у меня один товарищ, который заказывал себе блок питания через Авито. Вот в Телеграме с продавцом он там переписывался, вот созванивался. Тот ему в видеосвязи показывал, собственно, там какие блоки питания есть. Он себе выбрал там блок питания определенный. Залман, сейчас я покажу его тоже. Вот, собственно, фрагменты из видео, которое присылал сам продавец. Вот он, блок питания Залман. И по поводу Корсара. Корсар он продавал как неизвестно рабочий, не рабочий. Возможности проверить нет. Основного провода на 24 пина тоже нет в комплекте. Вообще проводов нет в комплекте. 700 рублей цена. Хотите берите, хотите нет. Если поискать такие блоки питания на Авито, Corsair RM1000i находит около 10 вариантов. А самая дешевая, собственно, цена на данный блок питания в разделе комплектующие 8198 рублей. Ну а приехали мне эти блоки, собственно, в этой коробке. Достаточно крупная, казалось бы, коробка, но на самом деле нет. С учетом того, что она, все пространство в коробке было доверха забито пупыркой. Ну, типа вот этой вот. Вот такой фигней было забито. Я уже почти все выбросил. Последнее осталось. Тут валяется на полу. Вот такая вот коробочка здесь. Правда, я не понял, как оно должно быть все здесь сложено. Потому что блок питания здесь помещается, как бы, а провода все не помещаются. Короче, Залман. Вот такой вот тоже полностью модульный. Этот блок питания полностью живой, полностью рабочий. Вот товарищ себе его заказал. Но также по мере общения с продавцом выяснилось, что у него еще из остатков остался вот этот блок питания. Собственно, Корсар на 1 кВт, но состояние у него неизвестное. Со слов продавца, данный блок питания использовался в майнинг-риге, как и все остальные. И кроме этого, его предыстория больше вообще никаким боком не известна. Что с ним происходило, как он дошел до этого состояния, все его провода были то ли проданы отдельно, то ли утеряны, непонятно. Хоть и продавец говорил, что возможно подвезут, но это не факт. Ну, короче говоря, мы так поняли, что скорее всего провода он продал отдельно. Вот. Состояние его неизвестно. Так визуально, если посмотреть, я вижу вот две банки высоковольтные, два конденсатора высоковольтных, и они разные. То есть по входу, они походу стоят по входу, но они разные. Конденсаторы здесь уже меняли. Как минимум один менялся конденсатор, вот тот. Я так предполагаю, он не родной, вот этот вот. А вот это больше похож на родной. Хотя, может, тоже меняли. Непонятно, короче говоря. Так визуально через радиатор больше особо-то ничего не видно. Видно только то, что его уже вскрывали. Пломба вот сорвана. В принципе, на фото это тоже было видно, тоже было понятно, что его вскрывали. Он весь побитый, весь такой покоцанный со всех сторон. Да, он полностью модульный. И тут, кстати, видны какие-то следы. То ли оно плавилось, то ли оно непонятно в чем. Ну, пины вроде бы все живые, все целые. А здесь вот тоже странная ситуация наблюдается. Я могу предположить, что здесь кондеры тоже менялись. Кто не знает, как устроена вся эта история, сейчас покажу. Вот для примера у меня лежит, допустим, полуразобранный Chieftec. И здесь вот такая вот платка находится. Он тоже модульный, но частично модульный. Не полностью модульный, а частично модульный. Там, по сути, находится точно такая же платка, только она крупнее значительно. Она прям значительно крупнее, и на ней распаяны еще и конденсаторы. Здесь 750 Вт, тут, в принципе, все умостилось в самом блоке питания. Если был бы киловаттник, на киловаттнике здесь тоже различные элементы уже распаиваются. Тем более, если полностью модульный киловаттник. И вот все бы ничего, кроме того факта, что на некоторых конденсаторах есть вмятины. То есть вот. Допустим, вот на том конденсаторе есть вмятина, вот на этом есть вмятина конденсаторе, на этих вроде бы нету. Но все равно конденсаторы видно через вот эти вот отверстия, это вообще не норма, и на них есть вмятины. То есть кто-то, когда подключал сюда кабели, прям вмятины оставлял на этих конденсаторах. Здесь два варианта, либо подключали неродные кабели, у которых слишком длинный вот этот язычок, который туда защелкивается, либо второй вариант, менялись кондеры. И брались кондеры не те, которые нужны по длине,
они чуть длиннее, чем надо, поэтому их вот так туда не поставили, и их пришлось развернуть. Собственно, поставить вот таким образом, горизонтально их расположить, а ножки загнуть в ту сторону. Ну, я могу так предполагать. Что из себя представляет этот блок питания? Я так понимаю, это голдовый сертификат. Сейчас. Тут, наверное, должно быть где-то написано, да? Обычно написано. Но здесь ничего не написано. Но учитывая то, что он выдает 1000 ватт, нам обещают по линии 12 вольт, ну, как бы это, скорее всего, голдовый сертификат. Кнопка прям вообще мое почтение. Вот такие кнопки я обожаю. Короче, надо разбирать, смотреть, что внутри. Если ничего экстремального там нет, будем пробовать запускать. Правда, как его запускать, если, собственно, нету кабелей вообще никаких. Но очень внимательные люди могли бы уже заметить. Я заранее уже подумал перед видосом, как я это как бы могу осуществить. Вот. Есть два варианта развития пути. Первый вариант — это купить, заказать какой-нибудь вот такой кабель, да, у которого есть вот эта штука на 10 пинов и вот эта штука на 18 пинов. Да, здесь 10 плюс 18. Здесь не 24 пина. Вот она, гребенка эта. Вот она. 18 пинов идет, стоит заметить, да? И еще 10. То есть здесь их 28 пинов, не 24, не классическая история. От любого блока питания не подойдет. Соответственно, вариант заказать либо вот такой вот кабель, либо подобный какой-то, либо просто-напросто внимательно погуглить, найти распиновку, сверить эту распиновку мультиметром и закоротить, собственно, зеленый контакт на черный контакт, на любой. И все. И он запустится в теории. Сейчас давайте разберем его для начала, посмотрим, что там внутри, потому что есть у меня уже такие блоки питания, которые включаешь в розетку, и они гасят все на свете. Я не хочу экспериментировать так, мне нужно убедиться, что там хотя бы внутри более-менее все живое, в порядке, и там не забыли что-нибудь, какие-нибудь болтики, детальки или соплю какую-нибудь от припоя не повесили там на элементы. Поэтому сейчас будем разбирать. Сейчас главное найти где-нибудь шестигранник, блин. Ну, по-моему, у меня где-то был шестигранник, я уже Красара как-то обслуживал. Собственно, шестигранник. Блин, блок, конечно, тяжелый. Мое почтение. Да. Точно такой же. А, вы же еще не видели видос с мини-ATX сборкой, блин. Там как раз вот не так давно я собирал мини-ATX сборку, тоже на Корсаре, блок питания. Голдовый сертификат, только там мини-ATX сборка. И, по-моему, SFX блок питания на 650 ватт. Он тоже полностью модульный, там вот точно такая же гребенка. Блин, это если бы они одновременно у меня были на руках, было бы, конечно, круто. Я бы оттуда взял этот кабель, подключил и все. И даже мог бы запустить, проверить, протестить в нагрузке. Если он живой вообще. Если он, конечно, не живой, тогда, конечно, неизвестно. Но почему от него отдельно провода продали? Вот в чем вопрос. Разбирали его, конечно, немалое количество раз, судя по всему. Текс. Ну да, кстати. А как это? Чё пыли нет вообще? Офигеть. Сейчас покажу вам. Во-первых, 0,22 ампера, 12 вольт. Написано, конечно, Corsair. Но ощущение, как будто бы он то ли мененый, то ли его как будто помыли. Он на новый похож. Я вам отвечаю, он прям похож на новый. Нет пыли, въевшейся практически. То есть вообще практически пыли нет. Это как? Офигеть. Обычно открываешь такие блоки питания, и там такой слой пыли. Такс. А вот сейчас посмотрим. А вот уже вижу еще один мененый. Стопудово мененый. Вот эти родные 4 штуки. А вот этот синенький, видите, он синенький такой. Ну, как бы, и зеленый, пожалуйста. Вот эти вот чаще всего мененные так выглядят. Вот этот, вон тот. Родные выглядят вот как. Вот эти вот 4 штуки по любасу родные. А вот эти мененные. Так, что касается высоковольтных. Да ладно. Это что, завод? Ну, как бы, если б не вот та вот сопля из... Сейчас. Да, в натуре. Смотрите, прям
Нормально держится. Это с завода залили туда. То есть с завода идут два разных электролита. Ой-ой-ой, что я вижу? Ребята, у нас тут все очень интересно выглядит. Ё-моё. Чё за суета? И вот кондёры на бок, которые лежат, как я и говорил. И они почему-то разные. Одни вон голубенькие, другие вон более сиреневые. И вот эта часть как-то отгинается сильнее. То есть, видимо, ее отгинали еще сильнее. Да, отгинали. Вот он здесь вмятина есть. Вот она вмятина, если видите, да. Вот эту часть жестко отгинали в сторону. Видимо, снимали эту все-таки часть. Да, я сначала один только заметил, вот второй еще. На двух винтах вся эта история держится. Че, выкрутить, посмотреть? А там оно стоит на плате или... Или просто в воздухе висит. Еще непонятно. Тут, конечно же, это отклеивалось все. Тут твердотельные кондеры. Ну, я даже не знаю, честно говоря. Там вроде бы он все плюс-минус похожее на родное, но тоже неизвестно. Надо, наверное, полностью разбирать и смотреть, что внутри. Сейчас я камеру остановлю, попробую разобрать его полностью, вытащу вот эту плату, и посмотрим, что там с обратной стороны, потому что включать это в розетку пока что, ну, стрёмно. Может быть, его пытались отремонтировать, ничего не получилось, да, собрали его, включили, он там бахнул, шпокнул, что-нибудь подгрело, и все, его так и забили на него, и он годами там пролежал где-нибудь в сыром помещении, в складе. И сейчас я его воткну куда-нибудь, да, в розетку, и у меня здесь что-нибудь пахнет. Не хочу. Надо смотреть, что там дальше. А, только винта одного и не хватает даже. Я сразу-то не заметил, вот винта нет. Короче, на двух винтах оно все держалось. Ну и передняя панель держалась на двух винтах. Что сказать? Я еще не рассматривал, вот сразу только вытащил, отложил и сразу же включил запись. Так, вроде держится, вроде бы не оторву ничего. Ну, канифолью, конечно, тут все загадили жутко. Да. Вот эту штуку ох-ох-ох-ох-ох. Ох-ох-ох, ребята. Ох-ох-ох. Что-то тут прям делали. Ну, как-то очень много окислов всевозможных. Блин, ну не может быть вот этот вот колхоз с завода такой. Ну ё-моё, это вообще конец. Вот они, помятые вообще, жестко помятые кондёры. Ну не может быть вот это завод. Да ну какой это завод, вон царапина жесткая огромная. Это не завод точно. Это вообще колхоз какой-то, блин, это вот кондёр стоит. И у него ножки практически в козе. Ну какой нафиг это завод? Завод вот он. Вот это заводское решение, вот это заводское решение, вот это и вот это. Это, я так понимаю, скорее всего, линия, сколько там вольт? 6,3 вольта. Это либо 5-вольтовая, либо 3,3 вольта линия. Соответственно, она родная. А вот эти линии, которые идут здесь, и здесь, и здесь, это, скорее всего, 5-вольтовая, 12-вольтовая. Это вообще конец. Я, честно говоря, в офиге. Я не знаю, что еще сказать по этому поводу. Мои полномочия на этом все. И как вот это включать в розетку? Где вероятность того, что он тупо не взорвется? Ну, тут я как бы критично ничего не вижу. Просто обшмаляли все канифолью. Это что такое? Тоже меняли. Это где вообще? Куда оно там выходит? А, это вот те кондёры зелененькие. Да. Я сразу понял, что зелененькие это мененные. Вон они, видите, маленькие зелененькие стоят. Вот их тоже меняли. И вот эти два меняли кондёры. Да? Ну да, вот они. Вот он один кондёр, вот он второй кондёр мененный. Вот те вот зелененькие мененные. Эту гребенку все отпаивали.
А, и эту часть тоже всю снимали, получается, вот. Здесь, здесь это все паялось. Офигеть. Слушайте, ну труд проделан, конечно, здесь колоссальный, на самом деле. Трудозатраты здесь огромные в этом всем. Эту часть отпаивали или нет? Не пойму. Нет, не отпаивали. А, наверное, здесь просто отпаяли и все, да? Платы. А, нет. И тоже не отпаивали. То есть вот так прям кто-то паял. Прикиньте, кто-то вот так прям занимался этой штукой. Я обычно стараюсь провода либо здесь выпаять, да, либо вон там от разъемов отпаять, аккуратно отпаять, главное, чтобы она ничего не поплавился, пластик. И тогда уже работать с самой платой. Фу, что думаете по этому поводу, уже можете писать в комментариях, останавливать видео. Как бы 700 рублей я за это отдал, это того стоит или не стоит? Но я на самом деле скажу, что оно того стоит, в принципе. Хотя бы потому, что есть крутилятор. Крутилятор этот уже бабок стоит. Ну пусть не 700 рублей, разумеется, но тем не менее, сколько-то денег он стоит. Как донор эту штуку тоже можно использовать, в принципе, если он не рабочий. Вот эти банки, если они живые целые, их можно выпаять, тестером промерить. Если ESR у них в порядке, если емкость они свою держат, падение напряжения минимально, то это очень весьма неплохие банки. Вот 680 на 400, весьма неплохая банка. И 400 вольт, а емкость 470. 470 на 400 и 680 на 400. Ну, каждая стоит рублей по, не знаю, по 300, как минимум. Вот. Это я уже молчу за все остальное. Ну, в целом, конечно, ситуевина очень-очень неоднозначная. Ладно, сейчас буду собирать обратно. И будем пробовать подключать, запускать. Посмотрим, что из этого получится. Либо фейерверк вы посмотрите, либо посмотрите, как он работает. Так, собрал обратно это чудо техники. Сейчас буду пробовать его подключать. Надеюсь, ничего не бахнет. Так, блок питания, здесь кнопка выключена. На входе. Ничего не бахнуло. Все. Это уже хорошо. Так, выключу пока что. Возьму пинцет. Так, по распиновке у нас пины. Вот я уже отметку делал. Вот этот зеленый пин. Вот он зеленый. И рядом черный. Слева черный, еще один черный, еще один черный. Три штуки подряд, по идее. Даже четыре. Четыре штуки подряд черных идут. Нам подряд четыре не надо. Мы самые ближайшие просто вот так сделаем. Сейчас как бы их... Короче, вот так буду держать. Вот. И у меня даже экран погас и включился обратно. Ну, не знаю, вы видели. О. Так. По крайней мере, ничего не бахнуло. Это уже хорошо. Это уже замечательно. Сейчас где-то мультиметр был. Так, есть мультиметр. Надо посмотреть. Надо посмотреть, что он вообще показывает. Блин, куда по там? Короче, вот у меня есть 8 пинники вот эти. По идее, там любой центральный, верхний, любой центральный нижний, это будет плюс и минус 12 вольт. Вот так. 2 вольта? А? Кого? 1,9. Прикольно. О! Вот я его запустил. Вот он сейчас работает. И он выдает 12 вольт. Прикиньте. Оп, убираю. У него просто есть, я так понимаю, пассивный или полупассивный режим работы, да? Слушай, он работает. Непонятно, конечно, что он там, как в нагрузке себя будет показывать. Да и как его нагрузить. Тоже, собственно, непонятно. Но хотя бы он запускается и выдает 12 вольт. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Я вот сейчас буду думать. Придется его еще раз разобрать. Да,
еще раз разобрать, все смыть, почистить, посмотреть тщательно пайку, всю пайку, которая там делалась, все тщательно просмотреть, чтобы нигде ничего лишнего не было. Блин, надо что-то думать по проводам. Может полностью удалить все эти разъемы, сделать его не модульным, полностью убрать возможность подключения модулей. Но опять-таки, такие трудозатраты были бы справедливы, если бы я был уверен, что он держит там свой киловатт мощности заявленный вот в таком духе. О. Фантест, чё? Да, в натуре фантест, прикиньте. И там на зарядах этого кондеров есть еще такая штука, во. В натуре там еще заряд на кондерах остался, есть кнопка фантест. Офигеть, он маслает, он не подключен сейчас ни к чему. И вот он еще крутится, а ну отпущу. Офигеть, вот это прикол. Ну-ка еще раз. В натуре еще крутится, ё-моё, это ж сколько емкости там в кондеях. Ну, кстати, неплохо весьма раскручивается. Да, чувствуется, что это типа около минимальных оборотов. Ну, как бы это, извините, это кондеры, это не ионисторы какие-нибудь. Я понимаю, если бы там были ионисторы распаяны, да? У которых емкость так в фарадах измеряется. Тогда я понимаю. Там можно накопить очень много энергии. Там можно и 50 ватт накопить, и этот вентилятор будет крутиться 10 часов от них. Но здесь, по сути, не так-то и много. Крутилятор с кнопочки крутится и все. Что еще нужно для счастья, да? Как бы первые 40 лет детства самые трудные для мужчины. Ай, ладно, все, видео на этом буду заканчивать. Пишите в комментах, что думаете на этот счет. А я посмотрю, насколько его еще хватит. И пишите в комментах, сколько минут может крутиться данный вентилятор с нажатой кнопки без подключения к розетке на остатках заряда в конденсаторах. Кто ближе всех угадает, не знаю, получит лайк и сердечко под комментарий. Все, всем пока.